Всем привет! У меня сломался беспроводной пылесос с трубощеткой. Вернее, не сам пылесос, а вот именно эта самая трубощетка. Заодно вместе со светодиодной подсветкой. Я решил разобраться, что к чему, и заодно починить этот полезный девайс. Всем приятного просмотра. Ну вот давайте пробовать, что с этого всего и получится у нас. То есть вот он работает. Нажимаю на кнопку, да? А щетка не крутится, ничего не происходит. Этот моментик мы и будем исправлять. Для начала нужно разобрать каким-то образом аппарат, ну, чтобы нам меньше веса было, снимем вот эту ручную часть, отделяемую. Лучше, конечно, ее убрать, чтобы не упало, не разбилось, а то у меня бывает. Уберем это, нам не нужно. О, как... ну, сколько волос налипло, мы заодно и почистим. Так, вскрываем. Убираем эту штуку. Здесь без ножа, конечно, не обойтись. Головка слишком толстая. Разберу вручную. Болтики все в сторону. Итак. Угу. Тут даже ходить-то особо никуда не надо. Видно, что проводок оборвался. По всей видимости, что-то в этой части. Mm-hmm.
Оборвался провод. Сейчас покажу поближе. Вот он, красавчик. Причем уже был один раз спаян. Причем он уже был спаян. Ну, окей. Запаяем еще раз. Что нам стоит дом вещь лучше. Эти пружинки лучше сразу снять, чтобы потом не потерять просто. Тут бы еще зачистить, потому что паяться особо не к чему. Больше стоит сделать. Вот так. И потом скрутить все это дело между собой. Паять я, кстати, тоже не мастак. Далеко не мастак. Два раза, наверное, в жизни паял. Так, что-то там поелозить надо сюда. Или как это, камифоль, или как это называется.
Не знаю, надо еще сильнее или нет. Наверное, надо. Так, чтобы совсем хорошо стало. Так, хорошо. Мне кажется, получилось достаточно надежно. Так, теперь будет все это дело заизолировать еще. Для чего у меня есть лента? Этот кусочек мне не понравился, я его отрежу и возьму на какой-нибудь получше немножко, что ли. Штюлей. Это, кстати, достаточно частая проблема в пылесосах такого рода, потому что, ну, конструкция предполагает поворот головы, а места особо разместить проводки негде. Вот и приходится делать их так. Но это один момент. А второй, что мне кажется... Вот же, блин, часть видео не записалась. Просто по той причине, что кончилось место на телефоне. Я второй вид снимал с телефона. Это снимал с камеры. Но камера захватывала только вверх, она не захватывала низ. Но... Ладно, что уж поделать. Суть в том, что я просто собрался в обратной последовательности и показал, что оно работает. Сейчас я покажу еще раз это. Тут уже просто даже по светодиодным фонарям можно понять, что крутится и вертится. Причем видите как, что на маленьких, что на больших оборотах. А если понравилось видео, то обязательно поддержи лайком. Или дизлайком, если же напротив не понравилось. Обязательно подписывайся на канал. И до новых встреч. Ведь впереди только больше и, конечно же, лучше.